столько много атлетов. Легкоатлетов. Чуть никто не улыбается, но черт. Ну что, мы прибыли? Да, прибыли. Вот в такую фигню, короче, вот здесь, я место не знаю. Место атмосферное. Вам видно, не видно, короче, вот тут все ходят с фонариками, если готовится. Вы видите, да, это писают, какают там люди, бля. Перед нами горы какие-то вообще немеренные. Ну, вам, наверное, не будет видно, но да. Вот покажу вам Любомирову экипировочки. Ну, да. Красавчик. Готовность номер один. Сегодня будет длинный день, надеюсь, приятный. Нам будет что вспомнить и рассказать. Углеводы выходят изо всех мест. Откуда только можно. Да, заряжены, заряжены. Настрой боевой, самое главное. Ну что, минута до старта. Веселимся как можем. One minute, Луис! Ну, мы, как всегда, в первых рядах. Да, да. Будем писить. Писить. Ready? Ten! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Two! One! Не-не-не, что, приключение начинается. Да. Эти пускай бегут, бля. Сейчас. Ну что, кто молодцы? Мы молодцы. Состояние отличное. Прошли 200 метров. Все по плану, питание по плану. Все, see you soon. Впереди, вот так мы выглядим, сзади вот там народ бежит. Любомир, как самочувствие через 500 метров? Шикарно. Шикарно. Чикардос. Смотрим под ноги, ладно? Смотрится сзади, если будет видно, конечно, паучки там. Пробежали 5 километров, но... В целом все ок, пока. Состояние отличное. Первый чекпоинт. Наливаем водички. Hello. А? Можно проверить просто воду свою. Ты будешь сюда заливать? Да, сейчас один залью. Подъем наш первый. Первый набор 1000. Интенсив. Ну, короче, набор бодрый, я скажу, вообще прям. Просто тупо идем в горку. Ну, идти даже не просто, да. Таких у нас будет 3 километра вертикальных. Смысла здесь бежать вообще нет. Поэтому даже... Можно подсбавить, да, да, чуть? Быстро идти. Вот эти фонарики, это люди, которые там поднимаются. А вот этот Любомир, который уже прошел десяточку. И сейчас жрем первый наш гель. А вот идти нам вот туда, где фонарики светятся, вот туда в гору. Как-то так. Нарядные мы идем. Поднимаешься, не знаю, видно вам, не видно. Короче, эти светлячки, это все люди, которые поднимаются. Вообще, тут ощущение масштаба, как круто. Горы. Топ. А вот нам надо вон туда на топ. Топом надо в топ. Вроде чуть-чуть. Прошли еще 500 метров. Вот так это. Вот оттуда пришли. Не знаю, видно, вот там светлячки. Вот туда идем. Как состояние? Бодрый, веселый, все в порядке. Все только начинается. Да, сейчас, ну, чтобы вы понимали. Блин, не видно вам. Ну, короче, 9 километров. Трасса. Ладно. До встречи в эфире. Ну что, вот так вот идем. Такой вид.
пульт красотного. В горку, да, поднимаемся чуть-чуть. Девчонки, он ходит в юбках. Все нормально, короче говоря. Сейчас был кадр с небольшой. Пробегая мимо девушки, сказали кривоножка. Потом подошли, спросили, как дела. По-английски он говорит, ничего, спасибо. Вот она идет. Вот так вот. Так что будьте аккуратны. Русских много в городе. Вот, вот такой у нас путь. Вот тогда смотрите, видите, как мы. Вон Любчик там. Там есть подозрение, вон там машины можно было. Ну что, по-моему, мы это сделали. Ю-ху-ху! Первая сиська преодолена. Выглядит это как-то так. Вот теперь вниз. Вот там спускается Любчик, технично проходят все участки. За ним идет моя подруга Крифоножка. Вот. Так. Сейчас бежим куда-то вон туда. Технично проходим. Я запутался, я где-то бежим. Короче, камни из-под ног валятся. Оттуда вон Любчик бежит, красавчик. Так, очень приятно бежать, хочу вам сказать. Это чья-то дача. Вон Левчик там спускается. Девушка за ним там не отстает. Ну вот так вот технично проходим. Сейчас время 1:54, прошли 12 километров. Состояние отлично. Вот так вот мы проходим наш этап. Оказывается, да, что здесь не только 2500 в горку набора, но и 2500 спуска, что оказывается не легче. Да, бегать с горки это надо тоже технически, блин, уметь. Да, сейчас. Такая красота у нас. Тут прям горы, горы, каньон такой. Вот так вот Любомир херачит. Технично проходит. Как у него там был пост? Думаю, задумался, думать начал, подумал. Там я не помню, как его. Много думал. Много думал, да. Вот так вот круто. Давай салфакту бомбанем. Потом нарежем. Ну чё, уже бежим 3-й час, полет нормальный. И-ху-ху! Заходим на посадку.
перед нами там небольшая горочка будет, сиська небольшая, вторая верхняя. Первую прошли хорошо. Средний темп идем 9.08. В прошлом году лидер всю трассу прошел за 8. Так что у нас есть шансы. Вот так вот бежим. Любчик вон там. Вот туда вниз. Любомир полюбил бегать с горки. Говорит, кадрипсы, бицепсы, все, что можно, забивается. Ну, помни, корми, дай гору побольше, разбежать с нее. Мы теперь не знаем, что мы больше любим. Бегать в горке или с горки. В горке я обожаю вообще. 27 километров пробегаем вот какую-то такую херню. Вон Любомир там развлекает какого-то иностранца. Тут какая-то камнеломня, короче говоря, вот так. Двадцать восьмой километр, состояние отличное. Вот как-то так бежим. Но вроде все гуд. Пляжики, конечно, тут такие пустынные, бля. Бегать спуска оказалось не так приятно, как думалось. Но в целом жить можно. Ну вот мы подбегаем к чимпоинту на 31 километре. Состояние, ну, у меня на четверочку, Любомир, у тебя как? Четверочка с минусом. Ну вот, сейчас работаем уже. Работаем, да. В целом неплохо. Конечно, не МДС, но... Вот так нас встречают. Вот так вот Любомир технично по гребню проходит. Вот оттуда пришли, вот туда идем. Двадцатки, да? Да. Топ-20. Топ-20. How was your leg? It was a little bit of cramps, and then after I started, it's just getting worse and worse. Do you need some help, maybe drugs? I took drugs or tablets, I'm taking this stretching. Thank you very much. Okay. Take care. Мы бежим. Любомир вот сейчас на самом деле второй, я первый. Вот сейчас он меня обходит. Серьезная борьба. Вот туда еще топать. Короче, вот первый подъем второго. Вторая сиськи. Да, второй сиськи. Мы сейчас четырех сняли. Метров 300. Вот. Довольно быстро идем. Мы, короче, всех, как ни странно оказалось, делаем в горку. Да, и на плоскоче. Да, и на плоскоче. А нас все сделают с горки. Да, несутся вообще. Олени, антилопы. Короче, как-то так. То тут красиво. Да. Жлобы, конечно, не дали нам водой умыться. Говорят, там еще сзади вас 200 человек бежит, вы лидеры. Не пейте много. Мы говорим, ну ладно, так же быть. Вот. Ну что, продолжаем трансляцию. Сделали метров 100, наверное, поднялись. Пока никого не обогнали, но впереди мужчина и две девушки. Одна из них, кстати, оказалась в итоге болгаркой, так что она не поняла про кривоножку. Это хорошая новость. Такой видок у нас. Четыре часа 42 минуты, полет нормальный. Нам еще 400 метров в высоту. Вон девчонки перед нами идут. Любчик нормальный, заряженный такой. Он тех всех мы уделали, если он там видно будет, потом приблизить. Короче, наша сильная сторона оказалась подъемы. Продолжаем подниматься. Мы подобрались уже к ребятам. Финишируем вторую сиську. Это на самом деле такой переломный момент, потому что потом плоскач 50 километров
Надо просто будет потерпеть. Сейчас горы. Вот. Как-то так. Вот такой у нас вид охрененный. Мир, братья. Вот Майя у нас идет, догоняет. В лидерах. Лидеры. Майя, кстати, третья сейчас. Все шансы. Кстати, по-русски говорит хорошо. Да. И по-болгарски мовит. Да? Чтоб не сдувало ни хера. Бедные девчонки, их, наверное, сдуло там, да? Но мы прошли 36 километров в состоянии как тебе? Четверка с минусом, пока же. Вообще не сюда. Я говорю, такое ощущение, что голову на 200 вытащили. Thank you.
красота поле. А мы здесь. Ну, короче говоря, расстояние 41 километр, 180 метров. Средний пейс на все расстояние 9.43. Прошли 6 часов 39 минут 55 секунд. Сейчас вот там будет чекпоинт, водичка. Ну, короче, самое страшное позади. Сейчас плоскач будет впереди. Ну, короче, еще бежать нам часов 6-7. Вот. Как-то так. У меня максимальная длительная активность. Первая половинка была парена. Да? Сколько? 6.34. 6.40 идем. Победа. Как-то так. Короче, так, бежим, прошли первый чекпоинт, забыли застегнуться. Сейчас небольшая туалетная пауза. И все, и дальше путь. Короче, что-то нас организаторы нагрели с высотой, потому что вот нам надо вон на ту гору сейчас опять бежать. Уже 2600, да, прошло. Ну, мы прибежим, мы им скажем. Пинец, который у него все отлично, убегает, чтобы мы потом его догоняли. Короче, играем с ним в кошки, мышки. Как-то так, по-моему, это называется игра. Вроде как вот там Майя бежит. Это мы уже красивые, нарядные. Трасса Формула-1. Прошиваемся. Горку реально прошиваем просто. Пачку. Что-то непонятное происходит. Короче, люди, которые нас догоняют, обгоняют. А в горку мы их, ну вот сколько здесь? Метров 300, наверное. Всех прошили. Либо мы что-то осели. Не-не. А, да. Короче, как-то так. Идем нормально. Сейчас не спеша пойдем по 6 вниз. Ну а пока вам пейзажи. Вон еще наш один клиент, да, впереди бежит. Пачки. Первая горка еще. И все. И он наш. Дорога вниз, но мы идем пешком, потому что бежать больно. Квадрицепсы там все дела. И у нас тактика. В горку заходим, плоскники бежим. Вот это, кстати, полтинник бежит, дядька. Вот. Плоские бежим. Горки сходим. Но пока наша тактика работает. Ну, короче, мы вообще, как оказалось, мы знатные скайранеры. Такая змейка, бля, ползала. И Любомир ее просто разорвал, бля. Прошли 50-й километр. Состояние хорошее. Хорош. Вот, бежим дальше. А, там заброски наши, да? Там у нас это... питание. Как-то так, идем. Вот так нас встречает. Too much energy.
Ну что, бежим, 55 километров. Любомир поставил свой личный рекорд в продолжительности бега. Вот. Состояние норм. Бежим по 5.55. Так что это... Сейчас потихонечку подтягиваемся к лидерам. Хотя такой цели особо нет. Есть цель до этого, до темноты быстрее пробежать. Такая красота. Осталось 42 километра. Бежим по 5.50. Ну, вроде пока живы. Любомир, как ты? Все, вроде гуд. Ну, все. Осталось всего лишь марафончик. Один марафончик. Сейчас попробуем из четырех его выбежать, если не помрем. Бежим 59-й километр. В прекрасной компании. Состояние ок. На 64-м километре. Состояние отличное. Обогнали всех. Уже 5.40. 5.40. Кого можно было обогнать, всех обогнали. Сейчас спросим, сколько перед нами людей. Давай сделаем. Он далеко. Пока ведущий снимать, да, блин, записывать. Скажи что-нибудь, зритель. 70-й, да. 70-й километр, уже работаем хорошо. Вот. Стараемся. В десяточку вот вошли, только обогнали чувачка. Сейчас будем держать позиции. Сейчас, может быть, 9-го догоним, блядь, и вообще всех. И тогда, бля, в принципе, скажем, что с дивана можно войти в 10-ку. Семьдесят третий километр. Не знаю, как у Любомира. У меня состояние уже на троечку. Три с плюсом. Ну вот. Бежим. До чекпоинта 4 километра. Я этот чекпоинт ждал, бля, очень давно. Сейчас буду там душ принимать. Это чуваки не с 30 какого-то 6-го чекпоинта. Можно. Блюдики ходят. У нас 77-й километр. Это чья-то такая фазенда, это грядки. Как-то так. Состояние после чекпоинта намного лучше. Осталось 23, херня. Вот, но у нас позиции сместились. Мы сейчас у нас 11-12 место. Вот. Как-то так. Ну что, сейчас будем догонять. Да, вот такая у нас трасса на 80-м километре. Одни камушки, блин. Подарочек. Подарок, да. Есть наш пейс, да. И плоскач, на котором вообще. Катук от хвост. Короче, по таким какому-то херне бежим. А точнее бегом это нельзя назвать, потому что идет дождик. И везде камни. В нашем состоянии сейчас не особо здесь бегать. Надеемся, что сейчас скоро выйдем на дорогу. Вот так вот гепард Любомир настигает свою жертву. Диванов там, да. Настигает свою жертву. 550. Вышиваем. Hi. Everything is okay? Do you have everything? Вышли на 10 место. Охотимся, охотимся, гепарды продолжают охотиться. 10 человек сняли. Чекин.
Как дела? Well. Какой херни. Не знаю, видно вам там, люди добрые. Три километра до финиша. А вот мы в горах просто по камням лазим. Вот по таким вот штучкам ориентируемся, куда нам бежать. Это топ, господа, как говорится. Это топ. Но мы, кстати, тем не менее, мы десятые. Так, на встрече. Кто? Соточка. Здравствуй. Где ты? Мужчины. Поздравляю. А, надо нажать на паузу, да? Много чего знал.